Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас продемонстрируем, как скачать среду для LEGO EVO 3. LEGO EVO 3 Software. Можете вот так вот написать. LEGO EVO 3 Software. И вот первая ссылочка. Открываем. Вот. Выбираете операционную систему, которую нужно, и загружаете. Размер указан. Я загружать не буду, слишком большой размер, и долго он будет ждать. После загрузки нажимаете по нему, он копирует файлы, и затем последовательно он все будет устанавливаться, он будет русскоязычный. То есть там ничего сложного. Выберите пункт для учителя, там только будет для ученика или для учителя галочку поставить. Для учителя. И все. Соответственно, когда вы установите, у вас будет вот такой ярлычок. LEGO Mindstorms. Открываете его для проверки, чтобы посмотреть, работает он или нет. Дальше будем учиться здесь, ну, в основном вот этой математики взаимодействия и некоторые из этих файлов элементов изучать, типа данных. А на этом все, пока. До свидания.